Здравствуйте, друзья! Сегодня мы едем на Сулакский каньон и Черкесскую ГЭС. Это экскурсия по Дагестану, красивейшие места. Первое место остановки — Черкесская ГЭС, водохранилище с чистейшей водой, которую пьет весь Кавказ, и далее, даже, по-моему, нам сказали, Казахстан питается от этой воды. Вот смотрите, какая красота. Хотела несколько слов сказать, как вам поехать на эту экскурсию. Это однодневная экскурсия, то есть здесь есть смотровые площадки, здесь есть катание на катерах, это стоит 500 рублей по Черкесской ГЭС. Смотровые площадки с красивыми видами. Чтобы покататься, нужно спуститься вниз. Чтобы вас не обманули или чтобы вы были независимо от времени, мой совет – брать машину. Если арендовать, умеете водить, это вообще идеально. Если не умеете, как мы, лучше взять машину с водителем, но вы не будете зависеть от других членов группы. Вы не будете зависеть ни от чего. Если попадется хороший водитель, в описании оставлю ссылочку на Курбана Салиховича, у которого занято все до сентября. К сожалению, мы не смогли с ним поехать, но он дал нам Исмаила. Вот мы ездили с водителем Исмаилом. Очень хороший гид, очень хороший человек, просто приятный в общении. Мы получили массу удовольствия от поездки, нигде нас не торопил, останавливал где только мы пожелаем, угощал. То есть мы полностью испытали на себе кавказское гостеприимство. Вот, друзья, открывается вашему взгляду вид на Сулакский каньон. Это очень протяженный каньон, протекает река Сулак в ущелье. Ущелье сравнимо только с американскими ущельями. Очень глубокая глубина, по-моему, 2900 с чем-то, почитайте в описании, тоже все написала из Википедии. Виды, ну, просто великолепные. Если вы будете в Дагестане и не поедете сюда, ну, это просто невозможно. Здесь тоже катаются на моторных катерах, стоимость 350 рублей. Это стоит того, естественно. Прогулка небольшая, но какие виды открываются вашему взору, незабываемые. Конечно, если в солнечный денек мы были, была жара, стояла 32 градуса, очень хотелось искупаться. Ну, купаться, конечно, здесь нет такого, никто не купается, сразу вас предупреждаю. Далее мы следуем на смотровые площадки, с которых опять же открываются такие виды великолепные. Снимаемся там со всех этих ракурсов, снимаем каньон. И далее экскурсия следует главрыбу на форелевое хозяйство. Но это будет уже в следующем ролике. Вот смотрите, какие великолепные виды открываются. Экскурсия, конечно, не дешевая, особенно если вы оплачиваете машину, но групповые экскурсии мы вам не советуем вот по этой причине, что вы будете везде спешить, вы будете уставать, ходить здесь придется много, здесь есть и ступеньки, и щебенка, по которой нужно ходить, сразу предупреждаю, и на все будет ограниченное время, но посетить эти места обязательно надо. Посетить это место надо обязательно. Это самое красивое место Дагестана. Это фишка Дагестана. Смотрите, какая чистейшая вода в каньоне. Подписывайтесь на наш канал, а мы покажем еще много-много интересного из Дагестана.